Здравствуйте, с вами снова на связи Валерий Иванов, и сейчас я нахожусь в итальянском городе Тропея, который находится в южной провинции Калабрия. Чем интересен этот город? Город очень старинный. Если вы посмотрите по сторонам на улицах, на здания, на ту мостовую, вы поймете, что этому городу не одна сотня лет. Что мне нравится в старинных итальянских городах, это традиции и тот дух, который живет, несмотря на то, что проходят века, все остается так же, как было в старе. Те же самые семейные кафе, семейные ресторанчики. Кстати, один из них мы как раз-таки сейчас и будем искать. Мы приехали сюда на экскурсию из Замброны, буквально только для того, чтобы здесь поужинать. Нам сказали, что здесь имеется шикарный ресторан. И сейчас мы попробуем их найти. Сейчас я заметил итальянскую, не знаю, семейку, не семейку. Видно, что это коренные итальянцы. Сейчас подойдем к ним, попробуем узнать насчет нашего ресторана. Mi scusi signore, dove si mangia bene? La Bohème, di fronte alla cattedrale. Su questa strada scendendo a destra c'è il ristorante a destra, girato a destra c'è la cattedrale, il ristorante è il migliore di tutti. Io ho il ristorante La Pergola. La Pergola è a 2 km di qua. 2 km da qua? È fuori proprio la Pergola. È lontana. Sì, è lontana. Sì. Se lei guarda subito, vedi dove c'è quel bidone della spazzatura? Lei gira a destra, gira a destra, arriva il Duomo. Seconda, prima l'incrocio? Sì, il secondo. Secondo l'incrocio? Sulla destra. Si gira a destra, e dopo, in fondo, la Bohème. La prima pizzeria di Tropea. Me lo scrivi, per favore. Sì, ti lo dico. Похож на итальянца? No, ma buono, Mi scusi per la mia cattiva pronuncia, siamo stranieri. No, fa niente, capiamo noi che siete stranieri, non siete gli unici. Sì, facciamo un altro mattino, girano. Я попросил записать адрес, чтобы не забыть по дороге название итальянского ресторана, который они советуют от души. Видишь, они показывают, когда очень вкусно, они показывают на зуб. Показывают на зуб то, что это значит, что это очень вкусно. Sia ristorante che pizzeria forno a legna. La pizza fatta nel forno perfetto, a legna. Perfetto. Mangiate la pizza buona. Buona. Se volete la pizza ottima, anche la mangiare. La Bohème. La Bohème. Significa la è un'opera lirica. La Bohème. È un'opera lirica. Il tuo paese è bellissimo. Paese, Bohème, poema, russo poema. Ecco, bravo. Mm-hmm. Quindi. Secondo l'incrocio. A destra. In fondo. A vicino. Sì. 5 minuti arrivo. 5 minuti per la macchina o piede? No, a piede. Ok. Macchina con travezioni. Quindi tu vai così sulla destra in fondo. Grazie tante. Arrivederci. Вот мы выяснили, где находится ресторан, и сейчас пойдем прямиком туда. Нам сказали, что там пиццерия лучшая в этом городе, и пиццу там готовит на углях, не электрическим способом, а именно разжигая огонь, так как это должно быть. У нас уже у всех от рассказов потекли слюнки, поэтому мы торопимся в этот ресторан, который называется La Bohème. Всем пока-пока, всего хорошего, до новых!